мы с Герри сидим здесь на деревьях, не правда ли, да? Ребята, похлопайте мне все вместе. Но SMC, я тебе передаю привет. Ты же видишь, какая я крутая, сижу здесь на месте. Пью я пиво, и сидят со мной братья и невесты, как будто бы две крыски в сосиске тесты. А вот сидят ребята, синие очки, и не знаю, что еще вам сказать, бля. Башка не рубит, потому что пиво пью я в этой желтой банке, зеленый, красный, сколько их, боже, я не знаю, что я сейчас, блядь, пою, потому что мы идем сейчас бить тату, татуху будем делать охуенную пиздату, разноцветную, блядь, и пиздатую! Ваня, прости меня. Бантик бой, сэндфух, год оф фристайл ин Русланд, йоу. При поддержке интернет-магазина TattooMall лучшие цены на тату-оборудование с доставкой на дом. Йоу, я Бантик Бой, и мы находимся в городе Карнойбург. Сейчас мы идем в тату-студию Ли Ин забиваться. Мы только что пришли в тату-студию Ли Ин. И сейчас мы будем делать охуительные татуху мне на плечо или на ногу. Я еще пока что не решила. Здесь собралась, как вы заметили, будто бы пресс-конференция. И все сейчас будут снимать фотографии, как мне будут делать татуировки. Alright, hello, my name is Oliver, I'm the tattoo artist from LA Ink Tattoo Studio in Austria, and prepare everything for my special guest, the Russian tattoo model Bantik Boy, and we're gonna do this Riesenrad from Prater in Austria. Alright? Все же думали, спрашивали меня часто. Блин, ну что мне с языком? Окей. Часто меня спрашивают, как же, блядь, делаются татуировки? Сегодня я вам это покажу. Первым делом мы с мастером определяемся с местом татухи. Примеряем и переводим рисунок на бой. Ну что ж, друзья, мы начали делать мне татуировку. Надеюсь, она будет охуенная, как и остальные мои татухи. И сейчас мы пообщаемся с Оливером, и он нам расскажет о своей профессии. Как давно ты занимаешься своим любимым делом? Seit 15 Jahren, also hobbymäßig, aber Hauptberuf. Оливер занимается своим любимым делом как хобби 15 лет, а как профессионалом уже 5. Оливер работает в основном с Микки Шарст и Шиен. Мне лично понравился внешний вид его машинки, так что я хочу себе такую же. Вот скажи мне, пожалуйста, какой стиль к тебе самый близкий? И нравится вот та фигня, которую я сейчас себе набиваю на руке? Ответ ясен, да? Уже без слов. Оливер сказал, то, что черно-белые работы ему ближе всего к сердцу. Но он еще до сих пор не сказал, что он думает о моей татуировке. Что же ты думаешь о моей татуировке? Оливер, мне нравится моя татуировка. К сожалению, Оливер не знаком с российскими мастерами, но могу заметить, что ему очень понравилась моя шея. Он, я думаю, сейчас скажет все сам. Охренительная, Никита. Похвала тебе! Заебись комплименты, которые не передать словами. Короче, Оливер сказал, что у меня охуительные татухи, цветные. Он заметил, что моя татуха на шее, она охуительно сделана. Красивая, цветная, молодая. Говорит, тоже такой бы здесь сделал. Но не судьба, потому что старая шея у него уже. Короче, меня заебали ваши вопросы по поводу моих татуировок. Вы меня часто спрашиваете, что они значат. Так вот, я вам сейчас об этом расскажу. В данный момент я набиваю
колесо. Колесо обозрения, потому что самое древнее, самое просто наидревнейшее колесо обозрения было сделано в Австрии, и до сих пор оно стоит. Мы сегодня там были, и я решила его себе запечатлеть, потому что, как-то, знаете, колесо обозрения, я, татухи, детство, как-то это все связано между собой. Оливер, вот часто очень в России спрашивают меня, что я буду делать со своими татуировками в старости. Меня вот лично это вообще никак не тревожит. Но, может быть, ты объяснишь этим людям, что же мне делать в старости со своими татуировками. Говорит, смешные люди. Этот вопрос для Оливера показался очень глупым. И он действительно глупый. Но почему-то в России он очень популярен. Я тут подумала и решила ответить всем вам на этот вопрос. В старости я уеду жить за границу и буду тратить все свои деньги на шлюх, алкоголь и наркотики. Я думаю, что мои татуировки только скрасят мою старость. Йоу! Мне тычет в ухо лампой. Мы закончили работу над моей новой тату. Получилось охуенно. Спасибо Ольге. И вообще всем, кто тусил с нами весь этот день и пил с нами весь этот день. Короче, только что Оливер сделал мне охуительную татуировку, я очень довольна, и сейчас мы узнаем у него немного информации. Оливер, вот какие краски ты использовал в этой работе, и что ты можешь сказать в целом об этой татуировке? Also Farben bei dem Tattoo habe ich verwendet, Intensfarben, Eternal, Wefa, und ja, ist ein sehr ausgefallenes Tattoo, mache ich sehr, sehr gut sowas, aber freut mich, dass auch unsere Sehenswürdigkeiten tätowiert haben. Ты занимаешься 15 лет татуировкой. Что ты можешь посоветовать начинающим мастерам? Jeder soll probieren, dass er so viel wie möglich tätowiert und einfach an sich glauben, vertrauen haben. Спасибо тебе, Оливер, ты просто мега крутой мастер, я очень рада тебя видеть. Блин, приду еще к тебе делать новую татуху, надеюсь, не такую детскую. Что я тебе могу сказать? Удачи! Auf Wiedersehen! С вами была ПП и Оливер, peace! Woo! Перед тем, как делать татухи, ходите все в Ли-Инк студию.